Подготовку новой встречи глав внешнеполитических ведомств стран Нормандской четверки обсудили сегодня по телефону министры иностранных дел России и Германии. Беседа состоялась по инициативе Берлина. Новый раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса состоится в целях контроля выполнения минских соглашений и договоренностей, что были достигнуты Владимиром Путиным, Ангелой Меркель, Франсуа Олландом и Петром Порошенко 2 октября 2015 в Париже. Сергей Лавров и Франк-Вальтер Штайнмайер также затронули предстоящее завтра заседание Международной группы поддержки Сирии в Мюнхене и обсудили отдельные аспекты российско-германской повестки.